Магнитный конструктор MacFormers из 30 деталей. Магнитный конструктор выполнен из пластика. Пластик с каждой стороны своего цвета и зашиты в него магниты. Продолговатые цилиндрики. Раз, два, три. На каждой стороне по магниту. Магниты зашиты довольно прочно. Можно не бояться дать годовалому малышу, ничего не случится. В отличие от конструкторов, в которых магниты отдельно. Здесь все очень надежно и добротно сделано. Набор увеличенный. Построить можно, например, самый простейший кубик, либо побольше. В общем, все, что ваша фантазия пожелает. Какие угодно фигуры. С годовалого возраста, конечно, можно приобрести такой наборчик. Но учтите, что малыш будет только разъединять в этом возрасте фигурки. Разъединять и раскидывать, в общем-то. Где-то лет с двух, с полутора, с двух. В общем, он придумал уже игру вот так вот собирать разные фигуры. То есть он сам самостоятельно из общей кучи выбирает, сортирует какую куда. В общем, тоже очень хорошее занятие. Пока что в 2 года до каких-то больших самостоятельных построек дело еще не дошло. Соединяет просто фигурки вместе. Я считаю, что это тоже очень хорошо для развития. И как игрушка может занять ребенка надолго. Также можно придумать много игр, например, на холодильнике, в ванной. То есть все, к чему магнитится. Все это будет очень интересно. На холодильнике составлять фигуры какие-то. В общем, конструктору можно найти очень много областей применения.